Будущих профессионалов-автомехаников на внеурочном мероприятии знакомили с изобретениями, которые применяются не только в автомобильной промышленности, но и в обычной жизнедеятельности человека. Синтетическими маслами, стеклами защитной пленкой, морскими контейнерами, радарами и другими. Вниманию молодых людей были представлены проекты «АвтоВАЗа», которые так и не вышли на улицы наших городов, и удачные примеры отечественной инженерной работы, которую постигла неудача в реализации. Вся информация сопровождалась показом тематических презентаций, видеосюжетов, диалогом с аудиторией, что способствовало расширению кругозора ученической молодежи и развитию у них интереса к получению профессии автомеханика.